Отдел рукописи и редких книг Музея имени Лобачевского Казанского федерального университета посетил главный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. Данный отдел является центром по обеспечению доступа и изучения коллекции книжных памятников, состоящей из восточных, русских и западноевропейских рукописей и исключительных книг. Вот очень люблю историю, в том числе и Орды, что очень как бы важно, с чего начиналась Русь. Поэтому, конечно, для меня очень интересны вот такие места, где хранятся древние книги, где хранятся наши знания. Есть что узнать для себя интересное. А вы знаете, что самое главное – это получение знаний. Чем вы сейчас и занимаетесь в университете. И чем больше знаний вы получите, тем, наверное, легче вам будет и интереснее жить. Диляра Сафиуллина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.